Вначале я так хотел какой-то типа финского домика, ну, чтобы он был. Ну, с другой технологией, там, туалет не на улице. А потом решил построить хороший дом. Потом подумал, а вот кто-то же должен жить и охранять. Построил второй дом. Потом построил там третий дом. Потом у соседей купил участок. Сколько-то соток. Скажем, 30 соток. И заплатил много, она не хотела продавать. Я предложил такую сумму, что она перепугалась и решила, что я жулик. Что нельзя такие деньги давать за такой участок.